котик оторвал моей кукле руку. Я действительно сделала домашнее, и я действительно забыла свою тетрадку. Но учительница мне не поверила и поставила 2. Мы ели конфеты вместе, но наказали почему-то меня. Мама сказала мне, что у меня будет сестричка. И я должна буду отдать ей все мои игрушки. Разве это справедливо? Разве это справедливо? Разве это справедливо? Разве это справедливо? Gece evimize kişiler gelmişti avtomatlarla. Anamı, atamı, bacımı, nənəmi, babamı və məni öldürmüşdülər. Mən heç vaxt oynamayacağım, məktəbə getməyəcəm, şirniyyat yeməyəcəm. Bəs hardadır adalet?